Продолжаем с фотогалереей нашей. А сейчас сделаем так, чтобы загружалась в нашу флешку не картинка, а флешка еще одна. Вот, допустим, я открываю эту флешку, и у нас загружается не картинка, а флешка с каким-то эффектом. Вот здесь, если мы посмотрим код. Так, вот я уже тут начинал переделывать вот на сцене хотя бы. То здесь меняем, во-первых, название файла. Вот он уже с расширением SVF. SVF, как вы знаете, это флеш. И здесь у нас уже какой-то эффект стоит. Картинка разбита на куски. И поставили эффект. Вот давайте это сейчас сделаем. Во-первых, откройте папку 10.2 предыдущего урока. Либо, если не делали сами галерею, то можете мою взять. Открыли. И здесь нам ничего, кроме кода, менять не нужно. Во-первых, на сцене просто меняем название файла. Но прежде чем его менять, давайте их создадим. Этот пока оставим в покое. А возьмем из этой папки Image вот эти картинки. Вот посмотрим, какой размер. 350 на 224. Создадим такую же сцену с таким же размером. 350 на 224. И теперь сюда вставим картинку. Вот она точно по размеру теперь. Группируем ее в клип. Клип можем как-то назвать, можем не называть, это не важно. Вот я один просто поставлю. А на картинку поставлю какой-нибудь эффект. Но еще и разобью ее. Вот я ее делаю правой кнопкой мыши, break. Вот плохо, что вам не видно, здесь увидите break into piece. Это нижнее. И у нас разбиваются какие-то части. На сколько частей? Ну, этот урок уже был, поэтому я повторяться не буду. Нажму просто по умолчанию ОК. Вот у нас разбилось вот на какое-то количество картинок, частей. Вот на таких частей. И сюда на первом кадре подберем какой-нибудь эффект. Возьмем эффект браузер. Во-первых, чтобы здесь что-то появилось, надо сразу поставить какой-нибудь эффект. Вот хотя бы так правой кнопкой мыши. Вот здесь появляется. Вот первый возьму и проверю, как он работает. Если не понравилось, то нажимаю следующий, допустим. Но меня первый устраивает. Так, я его оставлю. Но чтобы так постоянно по кругу он у нас не крутился, ставим на клипе, не на картинке, а на клипе стоп. Либо просто ставим сюда галочку стоп, конец, чтобы остановился в конце анимации. И все. Ну, либо, как вы знаете, здесь ставим Movie Control, стоп. Либо так, либо эдак. Это все равно. Все, теперь мы ее сохраняем. Я также ее сохраню вам в папку. Это у нас папка 10.3 будет. Вот под названием 10.3 Image 1. И, естественно, флешку нужно сохранить. Тоже в папку, так, 10.3, папку Image. И это будет флешка у нас уже с таким вот названием. И теперь нам нужно указать здесь в коде. Во-первых, на сцене. Так, у нас 10.3, Image. Вот это название вместе с расширением я копирую. И сюда вставляю. И также вставляю на все кнопки. Тут уже будет у нас вторая флешка.
Я ее заранее сразу тут поставлю, хотя флешек у нас еще этих нет. Но я сразу поставлю название. Это третье будет, это четвертое. Четвертое. Вот эту флешку можно уже сохранить. Это 10.3. Вот, 10.3 галерея. Ну и сам файл сохраню. 10.3 галерея. Все это можно уже закрыть. Она работать будет. Нам нужно просто здесь уже поменять картинки, сделать еще следующие флешки, вторую, третью, четвертую. Я уже повторяться не буду, вы это уже поняли, как делать. Хотя давайте одну повторю еще раз. Эту я удалю, ставлю следующую картинку, тоже ее разбиваю. Ставлю какой-нибудь эффект. Так, эффект браузер. Подберу какой-нибудь эффект. Группирую клип. Как-нибудь назову. Ставлю стоп. И все. Сохраню вам. Тоже это будет уже как Image 2. Также флешку в папку Image. И теперь у нас уже вторая картинка будет загружаться. Вот первая, вторая. Ну, третья, четвертая вы уже сами сделаете. На этом я урок закончил. Кстати, вам пригодятся эти... Этот урок еще не только для фотогалереи. Допустим, вы хотите загрузить на сцену не картинку, а какую-то другую флешку. То же самое делаем, такой же код. Кстати, в следующем уроке так и сделаем. У нас будет флешка не просто с одной картинкой, а с какой-то презентацией, допустим. Итак, до следующего урока.